Итак, дорогие зрители, спасибо, что смотрели сегодняшнюю трансляцию, посвященную GTA Online. Да, ребят, было очень приятно провести с вами время, но это важное сообщение для моих подписчиков моего канала, ребят. Сегодня я заявляю официально, что будет объявлен новый челлендж для GTA Online, ребят. Следующий тест, мы попытаемся покорить гору Чилиа на мотоциклах, ребят. Это не важно, что будет. Как у Чоя, либо это будет мотокроссовый мотоцикл, либо это карбон РС будет. Но самое главное, что вы должны будете использовать байка, одеваться как хотите, ребят. И GTA Online всегда творится вместе со мной самое настоящее веселье, так что гарантирую, вам очень понравится. Если вы хотите принять участие в нашем челлендже, то заполняйте заявочку в нашей группе ВКонтакте, ребят. И да, если хотите вступить в наше спецподразделение «Темный Волк», ссылка на группу World of Games в описании, ребят, если хочешь вступить. Там Висуозин, ты суперский парень, который хорошо умеет веселиться, то тогда тебе в нашу группу. Подписывайся. Ссылка на нее будет в описании этого ролика. Ну и на всякий случай я могу разместить описание здесь, ребят, наверху. Здесь появилось, как вы видите, могло появиться описание данных ссылок. Так что подписывайся на них, и я думаю, тебе понравится. Да, не забывай подписываться на мой канал и не пропускай новые ролики, ребят. С вами был Добрый Волчонок. Всем сайонара!